Хашим, какой ты простофиль, а? Хоть бы блокировку поставил. Он стоит 400 лир. Умный телефон ведь. Но Фикри умнее тебя. Тебе что, жить надоело? Нужди, я тебя не прощу. Мама, я что, ребенок? Отпусти. Меня подруга ждет. Она в дерево уже превратилась. Нужди, на улице бандиты. Среди белого дня похищают детей. Отдай это. Отпусти. Доченька, мама права. Она тебя растила, воспитывала. А теперь выйдешь на улицу, и тебя похитят бандиты? Тебе-то что? Ты молчи. Как не стыдно. Что за слова, доченька? Я тоже считаюсь твоим отцом. Откройте дверь. А вот теперь ты увидишь моего отца. Откройте двери. Телефон оставил, заберу и уйду. Откройте двери. Откройте дверь. Здесь нет его телефона. Откройте, я гляну и уйду. Откройте. Нет, говорим. Тут полно полицейских. Как закричу, тебя посадят. Откройте, говорю, откройте. Я не понял, что за наказание такое, а? Он постоянно тут. Надо уважать правила. Прошу тебя, я уже беспокоюсь. Фикри, ты разве не выйдешь на улицу? Я к дому приближаться не могу, но к тебе смогу. Отрежу твой язык и повешу как трофей. Открой дверь. Да чтоб тебе хуже стало. Кто боится тебя? Стой, стой. У меня только долг ангелу смерти. Если понадобится, и его оплачу. Жди меня в парке у школы. Буду там через час. Какой парк? Какой еще парк? Выйди сюда, и я убью тебя. Хашим, при дочери нельзя меня избивать. Давай, уходи отсюда. Через час жду тебя в парке. Разберемся. Ладно, через час. Буду ждать в парке около школы. Приходи, я тебя убью. Тварь, увидимся там. Иди давай. Господин Фикри, что же вы наделали? То, что требуется. Господин Фикри, допрыгался. Отец тебя убьет. Господин Фикри, он убьет вас. И если понадобится, я умру. Правда, он убьет вас. Тогда я помолюсь. Последний раз. Куда? 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 Таблетки? Таблетки. Моя голова. Ах, Хашим. Разве я подамся тебе? Ты теперь увидишь. Смотри на меня. Твоя дочь в моем доме. Пока она в порядке. Спустя час принеси 100 тысяч лир в место, куда я скажу. А то больше не увидишь свою дочь. Не причиняйте зла моей дочери. Я принесу деньги. Хорошо. Ладно. Через час в парке, который возле школы. 100 тысяч лир. Стой, я опишу себя. На мне белая клетчатая рубашка. Жилетка есть, с оранжевыми карманами. Я такой, словно шкаф. Крупный мужик. Я блондин, голубоглазый. Когда увидишь, сразу меня узнаешь. Давай. Хашим, вот увидишь. Вот еще увидишь. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.